Чудесный день представляет. Что у тебя, Колт? Ты выглядишь взволнованным. Я наконец-то вычитал в камне пророчеств, как вернуть Энора на сторону добра. Ну так рассказывай же быстрей. Если коротко, то для этого нужна стихия света. После того, как стихия света проникнет сквозь Энора, и свет станет ярким, это будет означать, что свет пытается удержать зло, и Энор станет, как и раньше, на стороне добра. Это хорошо. Да, и еще. Нужна будет стихия дыма. Она должна пройти сквозь Энора и очистить все зло. Ну, стихия дыма у нас есть, это Смейки. А вот как породить стихию света? Я никогда об этом не слышал. В камне что-то было про это сказано? Да, нужно скрестить стихию ветра и дыма. Но это очень сложный процесс. Они должны будут отдать практически все свои силы. Особенно ветер. Но думаю, это того стоит. Значит, надо найти Винтера и Смейки. Я видел, как они куда-то уходили. А я знаю, где они. Привет, Торнадо. И где же? Я их только что видел на самой дальней поляне. Они с Фаером помогали Эрфи собирать травы. Спасибо, Торнадо. Не за что. Ну, мне пора. Я хотел еще к Тирексу заглянуть. Босс, пешком прогуляемся до дальней поляны. Или... Пешком. Не будем тратить силы напрасно. Мы не знаем, что нас ждет сегодня. Венера, ну как ты уже привыкла жить без своих способностей? Еще не совсем, но уже начинаю жить как нормальный, обычный тиранозавр. Привет, Торнадо! Давно тебя не видела. Даже успела соскучиться. Ага, целых несколько дней. Привет, Венера. Привет, Тирекс. Привет, привет. Ты хочешь рассказать нам что-то интересное? С чего ты взял? Вид у тебя какой-то загадочный. Я только что был у Колда и Босса. И они сказали, что ищут Винтера и Смейки. И это неспроста. Зачем им понадобились одновременно две стихии? Наверняка будет происходить что-то интересное. А давайте пойдем в странный лес и сами все узнаем. Хорошая идея! Мне как раз нужно кое-что обсудить с Колтом. Я собирался это сделать завтра. Но раз такое дело, не будем медлить, пошли. Пожалуй, я с вами прогуляюсь. Как хорошо, что мы вас встретили. Привет, Тирекс, Венера. Ну, а с Торнадо мы уже виделись. Какими судьбами? По одному делу.
Мне нужно с тобой кое-что обсудить, Колт. Но это позже. Сейчас нас сюда привело любопытство. Нам Торнадо сказал, что вы ищете Винтера и Смейки. Нас это очень заинтриговало. Необычное сочетание стихий. Да, нам надо породить нашего брата, стихию света, для того, чтобы вернуть Эннера на сторону добра. Ого, это интересно. Но небезопасно. Будьте внимательны и осторожны. Не приближайтесь слишком близко. Вижу, все здесь, как и сказал Торнадо. Это хорошо. Только не вижу Винтера и Смейки. А они-то мне и нужны сейчас. Вы вовремя. Винтер, Смейки, у меня к вам дело. Да, босс, какое? Ты и Смейки должны породить стихию света, но у вас есть только одна попытка, так как это очень энергозатратный процесс. Ты, Винтер, потратишь почти все свои силы. Мы справимся. Добро пожаловать, Грейм, в нашу семью. Ты знаешь, зачем ты здесь? Да, босс. Смейки, подойди ко мне, пожалуйста. Ты должна помочь Грейму вернуть Эннера на сторону добра. Я готова. Но где Эннер? Я его даже не чувствую. Торнадо. Ты сможешь призвать Эннера как призрак призрака? Или нам объединять наши усилия? Думаю, могу. Я попробую. Что? Опять? Вы снова соскучились? Чего вам от меня надо? Оставьте меня уже в покое! О, Венера! Береги себя, девочка, а особенно свое тело. Рано или поздно, я все равно его заберу себе.
ты его не получишь. А я тебя и спрашивать не стану. Ты сейчас приведешь меня в ярость, Эннер. Это еще кто? А, ты новенький. И что же ты умеешь? Что ты мне можешь сделать? Я могу, и ты это знаешь. Здравствуй, братец-призрак. Давненько не виделись. Ты снова у меня на пути. Прочь с дороги. Зачем ты все время лезешь, торнадо? У тебя здесь нет никакого интереса. Оставь меня в покое. Я не могу. Ты хочешь обидеть моих друзей, и мне это не нравится. Грейм, давай, действуй! Свет Грейма стал еще ярче. Что это значит, Колт? Это значит, что Грейм пытается удержать все то зло, которое находится в Эннере. Значит, Эннер не может в данный момент ударить молнией. Все верно. Значит, готовься, Смейки. Скоро твой выход. Давай, Смейки, я уже без сил. Ох. Я готова. Нет! 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 Где я? Дома. Я что, вернулся на сторону добра? Да. Неужели это правда? Не может этого быть. Как у вас получилось?
Спасибо. Босс, прости меня, если, конечно, сможешь. Хоть я и понимаю, что нет мне прощения после того, что я сделал. Каждый может ошибиться и оступиться, но надо давать шанс, чтобы все исправить. И у тебя этот шанс есть. Я прощаю тебя, Эннер. С возвращением домой. Спасибо. И ты, Венера, прости. Конечно, я так рада, что теперь смогу спать спокойно, зная, что никто больше не заберет мое тело. Я вот думал, что я один здесь призрак-спинозавр. Как видишь, нас двое. Заходи ко мне в Динополис, там много интересного. Обязательно загляну, но позже, пока ты меня сильно раздражаешь. Эннер? Это шутка. Я рад, Торнадо, что ты столько раз меня останавливал и не дал совершить роковой ошибки. Друзья? Друзья? И от меня тебе особая благодарность. Без тебя мы бы вряд ли справились. Вы молодцы, справились с такой сложной задачей. Отдыхайте и восстанавливайте силы. А остальные занимайтесь своими делами. На сегодня все. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.